зовут Остроухова Наталья, я нахожусь в структуре Валентины Гущиной и Людмилы Дерягиной. Очень благодарна своим спонсорам за их проделанную работу. Вот. И я поделюсь в последнем результате, как я подписала одного человека просто буквально вот на одном леденце. Мы пришли с ним поговорить, я его полгода пыталась вызвать на разговор. В результате он пришел и говорит: ну что ты мне говоришь, это все плацебо, все это ерунда, ему нужно в это верить вообще, во всяком случае. Я говорю: нет, не надо. Я говорю: а что, у тебя насморк, что ли? Он говорит: ну да, немножко приболело. Я говорю: давайте сейчас дам МЭЛС. Я ему даю МЭЛС, пока мы разговариваем, у него проходит нога. И он говорит: что-то я не понял, что это такое, почему у меня нога не болит, уже месяц я ничего не могу с ней поделать. Вот. Выходим, мы потом расходимся с ним, расстались. На следующий день он мне звонит и говорит: ты знаешь, я сегодня целый день скачу как конь, нога не болит, я подписываюсь. Это не плацебо точно, потому что такого результата я еще не видел. Ну, то есть вот я как бы... А так вообще результатов очень много, можно делиться и в семье, и у партнеров, поэтому... Если понравилось это видео, ставим лайки. Делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.